возрасте я купил гитару, как мне казалось, Fender Telecaster. Она была в чудовищном таком самодельном футляре неестественной формы Fender Telecaster. И меня, я иду мирно, меня обгоняет машина BMW с визгом, останавливается, выбегают люди чуть ли там не с револьверами. Спасибо. И говорят, за звук, за мероприятие. Спасибо, ребята. Да, сейчас выйдем. Покажи, что в футляре. Я говорю, гитара. Открывай. Блядь, открывай там гитара. Нормально, свободен. Сели в машину и так, и уехали. Я, сука, долго думал, что это было, понимаешь? То есть с театральной площади ночью спиздил в трубу, меня не остановил никто. Потому что ее видно. Идет человек, дудит в трубу. А тут с гитарой. И вот так получилось, попали на самый большой фестиваль юга России. Спасибо, ребят. В зале у нас группа «Шесть пипл», они выступают.